В столице прошел вечер памяти члена Казахстанского союза писателей, историка Амзе Калмырзаулы. Сегодня ему исполнилось бы 70 лет. На вечере прозвучали его стихи и песни. Гости делились воспоминаниями о жизни и творчестве писателя. Современники вспоминают, что он был очень глубоким и любознательным человеком. Занимался не только поэзией, но и стал автором ряда исторических исследований. За годы жизни он успел написать работы в жанре поэзии, а также затрагивал темы религии и истории. Часть своих работ он оставил нам в наследство. Мы собрали его работы воедино, получилось на 6 томов. Сборник его поэтических работ мы назвали «Дала дептере». Книга прошла редактуру и близка к публикации.